Матчем ЛБЭТ первой лиги, 15-й тур в Краснодаре на стадионе Академии футбольного клуба Краснодар. Краснодар 2 принимает Аланию Владикавказ. Ну что ж, начали с центра поля, и давайте о составах играющих сегодня команд. Рвется Краснодар в атаку. Чем дело закончится? Прострел под удар, ну и забивать нужно! Как не попал, 4-я минута. Великолепный момент, и Самко, можно забивать еще раз. Передача! Солдатенко тащит, там рикошет был от Хабалова. И видите, стенка своя еще есть. Заброс! И гол! Домашняя заготовка! Чудеса! Красотища какая! Поздравляем Галаяна и поздравляем Самко! 1-1 выход Самко! Левша, подача! Из-за спины и... Очень близка была Лань ко второму голу. После этого удар и сетка. Но это не гол. Георгий Биани под правую. Навес и удар забивать надо. Потрясающий момент. И что показывает на центр? На центр показывает... Удар дальний. Добивание Георгия Биани в дальний угол. Не попадает Николай. 0-1. Во втором тайме забил Петров. Ну и забивать должен. Должен и забивает Машуков. Сольный проход нападающего Алании. И третий мяч в воротах у Краснодара сейчас. Серия. Теперь уже 7 туров без побед. 3 ничьи, 4 поражения. И дома по-прежнему Краснодар не может выиграть.